Сегодня мы находимся возле пожарной части номер 7, и я буду изучать профессию спасатель. Пойдемте. Яркие события, невероятные приключения, испытания себя на прочность. Все это в новых выпусках передачи «Я сумею, я смогу». Передача о том, где наш журналист Ирина Вышегородцева пробует на себе различные профессии. В первом выпуске журналист попробовала себя в роли байкера, во втором – спасателя. Я точно никогда в жизни не соберусь. Вот, застегиваем ремень. Вот. Слушайте, помимо того, что вам надо спасать людей, вам еще надо носить такую тяжелую экипировку. Но это не вся еще. Так, что мне надо? Вот за что-то надо взять. Да, вот так вот берите, одевайте и потом уже на подбородку застегивайте ремешок. Инспектор ГИБДД, повар, кондитер, слесарь, механик и другие профессии предстоит изучить Ирине. Второй выпуск передачи «Я сумею, я смогу» выйдет уже в эту субботу, 14 октября в 21:40. Не пропустите, и вы узнаете, удалось ли Ирине постигнуть азы благородной профессии спасателя. Подождите, а я? Как же я? Подождите!